Начала умываться вот таким гелем. Это же гель. Да. Очень удобно, что можно его просто закрыть. Вот так вот. Ничего не утекает. У него еще есть сыворотка. Я хочу сыворотку, потому что мне правда помогло. Мне нет теперь прыщей. Вот тут вот у меня вылезли, скорее всего, из-за того, что я последний день только на шоколаде. Ну, а так у меня прям буграми вот тут были. Вот тут. Вот такой творог буду. Вот такая у меня открытка на 8 марта с работы. Очень красиво. Прошло уже 1 000 000 лет. Я лежу, монтирую влог. Ой, кукинг с мамой. Скорее всего, в телеграм-канал, но может быть на YouTube, не знаю еще. Сняла видео про операцию, чищу галерею, вот этим я занимаюсь. Решила поехать домой, кстати, завтра, а не сегодня. Завтра меня папа отвезет, а сегодня на автобусе ехать. Что выбираем? Какая красота. Я вчера смотрю в окно, думаю, когда будет лето, я приеду сюда, поставлюсь на скамеечку и буду сидеть. Мне будет хорошо. Я уже на локации, сижу. 1 000 000 часов, и неважно уже какой день. Чтобы у меня хотя бы была четверка. Это была моя первая задача, которая такого объема, и сделала я все сама. Кроме последнего показателя, потому что я не знаю, на что делить тут. Вот, и так все 6 заданий, все выводы, все есть. Еще тут работает прикольный чел, он оказывается это управ, он сейчас зашел. Мне правильно подписали, молодцы. Мой хайлайтер сегодня видно из космоса, если что. Я когда пришла сюда напиток заказывать, смотрю, в заказе стоит чел. И я так испугалась, потому что думала, это кофе-тренер. А он принимает аттестацию, если ты не знаешь, то не будешь здесь работать. И вот он со мной так мило что-то пообщался и спрашивает, с какой локации. И имя. Я испугалась очень сильно. Надеюсь, он не придет на мою локацию. Это в итоге, кстати, был не тренер, а управ, который здесь управ. Пару дней назад была плюсовая температура, и не было всего этого. У меня уже язык заплетается. Всем пока. Пару минут назад я была готова разрыдаться из-за того, что я села не на тот автобус, в такую погоду ужасную. Может быть, это красиво выглядит, но на самом деле это вообще неприятно вот тут оказаться. Отмена слезам, это оказалось не так далеко. Я думала, это следующее здание. Я путаю нефтяник, или как он называется, с Розиной. Здесь, походу, было какое-то мероприятие для детей или какой-то мультик. Хотя какие мультики, вот скажите мне, в 8 вечера. Если бы так было, я бы самая первая бежала на эти мультики. Три минуты до фильма. Нормально? Я тебя полчаса жду. А я снимаю влог. Я тоже. Нет, потому что... Она потратила 228 рублей на такси и 10 минут. Как будто 10. Зачем? Ну, такие модные, одинаковые. Просидели там часа два, а фильм идет сколько? 2:40? 2:45. Даже меньше мы просидели, и сейчас мы ходим на ревизию, считать это все. Моя самая нелюбимая, я ненавижу ревизии, хватит. Спасибо. Лучший охранник в жизни просто спасет от всех. Ой. Здесь закрыто было, чтобы вы понимали. И на улице реально уже нормально, покажу. Ой. Всегда есть такой невезунчик, который лезет на стремянку. Мне правда не нравится снимать ревизии, поэтому это единственные кадры, которые у меня есть. Кто-то отдыхает.
Под конец ревизии мы заказываем пиццу покушать. Я не люблю пиццу, вот что самое интересное. Поэтому я ем там два куска, либо вообще не ем. И просю там. Вот такой лук у меня сегодня. Хочу напомнить вам о существовании моего лучшего телеграм-канала, в котором я просто, ну, каждый день, каждый час жду вас там, если вам понравилось это видео. Все, расходимся. Всем пока. Это было все.